Откуда имя Езид в езидизме? Ошибочно считается, что свое название Езид и езидизм ведут от амиятского халифа Язиты, Езид и войска которого в 7 веке наши эры разбили армию внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна и убили его самого. Отсюда тоже проистекает ненависть мусульман к езидам, хотя называется последнее персидским словом Изет, Изет, что означает поклоняющийся Богу. Еще одной причиной, которую мусульмане нашли для преследования езидов, является их сектанство и поклонение дьяволу. Однако, никаких дьяволов в религии езидов нет, а есть Бог-творец, создатель вселенной Хуади, его семь ангелов и верховный ангел Малактавус в образе павлина, которого мусульмане отождествляют с иблисом или спадшим ангелом. Сектанство же езидов состоит в том, что все они должны соблюдать свои обычаи и строго подчиняться своим законам, в число которых входит кастовость их сообщества. Вспомним, что у индусов общество тоже строго разделено на касты, которые им принесли славяны арии. У изидов две основные касты, которые представляют духовное и светское сословие, первая делится на несколько подкаст. Каста перы, священные служители, каста шейхи, Старцы, во главе с Бабы Шейхом, руководящим богослужениями в храме Валалеша, месте паломничества изидов, сборщики пожертвований, кавалы, и предсказатели, кучики, каста, миряне, последователи, мюриды, различных семейств перов и шейхов.